так как мы играем в Сочи, и это уже стало такой, мне кажется, ну, уже спортивный какой-то, спортивным городом, где проводится очень много разных мероприятий. И в прошлом году нам Сочи принес очень большую такую победу. Мы остались в мировой группе, именно играя в матч против Аргентины там. Поэтому мне... Я очень люблю уже этот город, и у меня связаны такие самые добрые воспоминания. Очень много сборов проходит в Сочи, потому что это то место, где спортсмены могут и подготавливаться к своему сезону, они могут и тоже в горы поехать и обратно спуститься на землю, поэтому, мне кажется, это то главное место, которое нам стоит и дальше развивать, чтобы наши спортсмены могли готовиться у себя на родине для каких-то крупных соревнований.